Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня видео будет необычным, видео будет очень позитивным для меня и, надеюсь, для вас тоже. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие зрители, конечно, я не могу не поделиться с вами радостью, которой вы тоже причастны, и напрямую эта радость связана с вами. А именно, я, наконец, получила вот эту заветную посылочку с серебряной кнопкой. Благодаря вам, мои зрители, сегодня, конечно, будем ее вместе распаковывать, распечатывать. И, в общем-то, давайте приступим к распаковке. Вот так вот выглядит эта заветная посылочка, которую мне сегодня доставили. И, конечно же, хочется побыстрее посмотреть, распаковать, как это все выглядит. Конечно, я видела видео блогеров, которые тоже получали эту кнопочку. И, конечно, я вместе с ними разделяла их радость. Но, скажу честно, я никак не предполагала, что за такое, можно сказать, короткое время я тоже удостоюсь этой награды от Ютуба. Выглядит это вот так, как делаю я привычные свои распаковки. Я знаю, что зрители мои тоже любят вот подобного плана видео, но вот этот формат. И это, конечно, награда от Ютуба. Это то, что, конечно, вот особенностью отличается, конечно, письмо с подписью. И вот эта великолепная кнопочка. О, целлофане, все прекрасно. Здесь также есть поглотитель влаги. Конечно, описание. Стремиться, конечно, будем к серебряной, вернее, к золотой кнопочке. А, такая великолепная вещица. Очень красиво. Видите, отражаюсь я с камерой. И написано. Награждается канал Оксана Оксана. Вот такая штучка великолепная. Очень такая качественная. Есть возможность прикреплять. Конечно же, я ее прикреплю на видное место. И, мои дорогие друзья, конечно же, хочется напомнить те этапы продвижения моего YouTube-канала, о которых, возможно, вы не знаете. Те мои зрители, кто недавно подписался на канал и активно принимает участие в его развитии своими лайками, своими комментариями, своими какими-то предложениями по темам видео, я вам очень благодарна. И, конечно, я очень благодарна тем зрителям, кто идет со мной с истоков, сначала, с того момента, как только я решила открыть свой YouTube-канал, как только я набрала свою 1000 зрителей, свою первую 1000 зрителей. Сейчас у нас уже больше 160 тысяч зрителей, с тех, кто смотрит видео, кто стремится к красоте, кто хочет ухаживать за собой, кто, несмотря на любой возраст, хочет выглядеть красиво. В общем, вот эта великолепная награда, я думаю, что она займет достойное место на видном, конечно, месте. И я каждое видео буду смотреть в монитор и видеть, что моя награда, она со мной. Конечно, вот очень приятно, что канал Оксана Оксана процветает. Я надеюсь, что и в дальнейшем будет процветание подобного плана. И, мои дорогие друзья, я, конечно, вспоминаю те моменты, когда некоторые зрительницы такие озлобленные писали о том, что да тебе никогда не набрать 100 тысяч подписчиков, и это было буквально 5-6 месяцев назад, всего каких-то 5 месяцев назад, и, в общем-то,
Невозможно и возможно. Действительно, мечты сбываются, если вы к этому прилагаете свои усилия, свою любовь, свои знания, умения, душевные какие-то свои положительные эмоции. И это, естественно, вещи, которые Вселенная слышит и которые она осуществляет. И вот одна из мечт, которую я давно в себе лелеяла, я просто хотела получить серебряную кнопку, я просто делала то, что мне нравится, доброжелательно относилась к вам, взаимностью пользовались мои некоторые видео, возможно, какие-то хейтеры и недоброжелатели тоже на моем пути встречались, но я им всегда желала добра, позитива, встать на путь творчества, на путь развития и, конечно, всего наилучшего. Мне тоже люди многие желали, я очень благодарна, вот отражается моя коллекция винтажных украшений, винтажных предметов. Я думаю, что мой второй канал тоже когда-нибудь получит эту великолепную награду. Видите, отражаюсь и в зеркале. Великолепная вещица. И, конечно, приятно держать в руках эту награду. Это символ признания моего труда. И я скажу так, что прежде чем получить серебряную кнопку, канал проверяется. Любой канал проходит проверку. И если на канале есть какие-то накрученные подписчики, боты или что-то произошло нечестное, да, либо контент не индивидуальный, либо какие-то обманные действия на канале происходили, то YouTube, естественно, не пришлет именно свое подтверждение того, что канал действительно занимает достойное место на платформе YouTube. Шикарная вещь, моя прелесть. Очень приятно держать в руках, очень приятно осознавать, что работа, проделанная на протяжении 5 лет, больше 5 лет моему каналу, и, в общем-то, результат не заставил себя ждать. Спасибо большое моим зрителям. Надеюсь, что вы и в дальнейшем задавать вопросы, а вот эту великолепную награду от YouTube вы, мои дорогие друзья, будете видеть почти в каждом ролике. Повешу, конечно, я эту награду на видное место. Конечно, это будет таким способом поддержки, вдохновения и стремления к чему-то новому. В общем-то, я думаю, что эта награда очень хорошим стимулом будет являться, и я надеюсь, что мои ролики, мои видео будут вам только на пользу, и чем больше женщин будут становиться красивыми, здоровыми, ухоженными, молодыми, тем мне будет лучше. Вот такая великолепная награда. Мои дорогие друзья, я жду ваши комментарии, конечно, и те поздравления, которые, я думаю, что будут от вас поступать, они относятся и к вам, мои дорогие зрители. Конечно, я вас тоже поздравляю с тем, что вы смотрите канал, на котором есть полезные рекомендации. Конечно же, все слова благодарности, которые я могу только выразить, они относятся к вам. Я вам очень благодарна. Огромное вам спасибо за внимание, за активность, за признательность. Я надеюсь, что ваша активность будет только возрастать, и те прямые эфиры, которые я провожу каждое воскресенье, будут более посещаемы, более активными, и те вопросы, которые у вас будут возникать, они пойдут вам на пользу, вернее, те ответы, которые вы от меня услышите. И я надеюсь, что мой канал «Оксана», все-таки свою такую скромную лепту внес и будет вносить в то, чтобы женщины становились красивее, чтобы их качество жизни улучшалось, и чтобы радость всегда была в вашем доме, здоровья, счастья, успехов. И огромное вам спасибо за поддержку, внимание. Поддержку и внимание. Мои дорогие друзья, я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока. Ай, моя прелесть. Помогу.